Всем привет! Давненько мы с вами не встречались. Ну, у меня на это были причины. Мое здоровье там немного подкачало, и вот поэтому я немножечко выпала из съемок. Сегодня мы с вами идем на секонд, на мой любимый, самый дешевый. И у нас сегодня будет с вами задача, как можно в секонде собраться на морской отдых. Значит, мы будем смотреть купальники, сумочки, шлепанцы, какие-то летние туфельки, чтобы помодничать. И, может быть, косыночки, парео. В общем, сарафанчики, платья. В общем, все, что связано с морским отдыхом. На секонде всегда можно найти такие необычные туфли. Всегда удивляешься, для чего же они. Я люблю секонд. Нахожу там много всегда интересных для себя вещей. И вещи настолько хорошо смотрятся, что знакомые удивляются и никогда не могут поверить в то, что это секонд-хенд. Сколько же удивительных вещей можно найти? Смотрите, какой забавный кошелек в виде розы. Или вот эта малюсенькая белая сумочка. Я сторонник вторичного потребления и считаю, что зачем покупать что-то новое, если можно найти что-то интересное. Ведь это тоже своего рода как охота. Вот этот шопер с лапшой пошел со мной. Просто не могла оставить его там. И посмотрите, какая хиповская классная вещь. Просто супер на лето. Да и на пляж замечательно с собой взять. Просто удивлена. Винтажные туфли, кожа. Посмотрите, какое красивое сочетание цветов. Ну, размер, правда, был очень маленький, жаль. А вот и купальники. Их огромное разнообразие. Цены и 15 гривен, и 20, и 35. Были вообще совсем новые, просто с этикетками. И раздельные, и цельные. Посмотрите, какие красивые сочетания мы там попридумывали. Были совсем крошечные с Микки Маусом. Я прям представляла себе карапузиков, которые купаются в таких смешных вот купальничках. Еще вот можно сумочку с Микки Маусом. Так что выбор большой. Мне очень понравилось. Я просто тебе сейчас еще куплю. Вот сумка симпатичная, но мое внимание больше привлекла вот эта косметичка. В дорогу я ее возьму. Смотрите, какая большая, совершенно новая. И все, что мне нужно в путь, поместится в нее. Сейчас в Киеве идет отключение света, и мы попали как раз на этот очень неприятный момент. Представьте, огромный секонд, в нем отключили свет. Так что съемка может быть немножко темновата, но уж как есть. Много летних блузочек, цены 20 гривен, если берешь 3, то за 50. Сегодня репортаж с темного секонд-хенда, почти что из фильмов ужасов. Свет отключили. Это реалии Киева. Очень интересная штука. Тут еще какие-то пылевки. Сарафанчик. Чем же, впрочем, в стиле Мэрилин Монро, твой любимый. Сарафанчик. Вот он, этот крошечный купальник с Микки Маусом. Ну какая же милота. Вот это тоже очень симпатичный был купальник. Полосатенький, плюс еще оборка. Яркий и очень нарядный. Но это будет просто тигрица на пляже. Смотрите, какая. Да. Да, вот он.
Вот. А ну, что это за фигня? О, вон. Класс. Так. Сумки из натуральной кожи по 250 и по 300 гривен. Встретилось много новых вещей с этикетками. Даже удивительно. Яркий сарафан с цветочным принтом на пляж. Отлично. Рюшики, воздушный рукавчик, мелкий цветочек. Ну, такое хорошенькое платьечко, чудесное, очень классно. Реалии нашего времени. Двухтысячные. Целая гора шортиков. Да, это точно винтаж 2000. Кстати, хочу поблагодарить всех тех, кто не отписался от моего канала за то время, пока я болела. Так что спасибо вам большое. Буду снимать и дальше для вас много всяких интересных вещей. Ну а новые зрители, подписывайтесь, пожалуйста. Вам это ничего не стоит, а мне приятно. Ну и, конечно, когда я была на секонде, я обязательно заглядываю на цветочный базарчик, где продается рассада. Обожаю это дело. Ну, вот посмотрите, какая же красота. Едем домой, смотрите, какое красивое небо сейчас. Сегодня все. Пока-пока, до новых встреч.